I think the girls with their nails done now. Всем здорово, ребят. Ну что, продолжаем эпик фейлы сегодня. Боди только сделал эволюции. Боди написал, что добавили трату, я этого не посмотрел, на питомцев. И в итоге получается, я просрал 3 мешка зефира. Но в принципе это не беда, у нас хотя бы есть на вот эти вот плюхи самики. Ну и плюс я поделал эволюцию, что тоже немаловажно. Но, конечно, это тоже было бы круто. Но и эволюции тоже нужны. Ладно, то такое. В общем, забираем плюхи и поехали. Мне не хватает самоцветов. Квесты у меня будут через 4 часа. Но у меня есть... Если вам вы нужны срочно, прям можете чекать. Здесь вот есть квестики, которые надо доделать. И у меня есть возможность 630 самов. Надо сменку сделать 22 либо коробки, либо такие. Поехали. Сменки обычные, без разницы, в принципе, можем обычные пооткрывать. Может, что-то интересное выпадет. Как раз до соточки дойдем. Оно, в принципе, без разницы, коробки тоже можно потом открывать на этот. На сменки что-то будет работать у вас. Так, отлично. Вот мы получаем 630 самов. Следующий у нас 1020 за 500, ладно. Но это не все. Поехали, пооткрываем. И у меня, конечно же, я не просто так сегодня делал эту трату. На немке открыли сундуки, как и на всех серваках нормальных, кроме русского. Так, теперь поехали у нас дальше. У нас дальше цель пооткрывать на 3600. Нам надо пооткрывать питомцев и сразу заберем еще дополнительно плюхи и пойдем к самому, наверное, приятному на бездонате на сегодня. Это открытие. Я надеюсь, мы там не зафейлим. Я не зря там потратил этих сегодня по сути 10 тысяч самоцветов. Сейчас посмотрим, сколько у нас общая трата была за сегодня. Ну, нормально мы потратили. Я надеюсь, не зря. Конечно, просрали сумки зефира, обидно. Ну, 3 сумки первых, там могло упасть 3 зефирки, но я думаю, эволюции более важны сейчас, нежели этих там 3 осколка, 3, может 10. Конечно, может и 30 бы упало, но по-разному бывает. То такое, уже просрали, то просрали, плюс там питомцы, в принципе, неплохие. Но зато мы сделали нужным героям эволюции агментация. Такс. Еще нам надо 10 яиц открыть и заберем как раз все плюхи. Приятные такие траты, кстати, на немке, на английском сервере, на питомцев. Хорошие плюшки дают. Так, отлично, все, трата у нас есть. Забрать, забрать и забрать. Еще плюс 2 сумочки лисицы. Так, делаем вот так вот. Чик. А вот такие вот плюхи мы получили за 3600 самоцветов. Ну, я вам скажу, довольно-таки неплохо книга. Две сумки лисицы плюс дофигища классных питомцев, которых можно будет прокачать. Ну, давайте забежим, сразу выставим плюшечки. Вот, видите, этот товарищ нам нужен будет... Смотрите, уже 21-й, 22-й левел, нормально так. Нам он нужен будет для битвы гильдий. Так, хорошо, с этим разобрались. Поехали, наверное, дальше. Давайте откроем сразу сумочки. Что у нас там есть, чтобы у нас побольше места
Было. 10, отлично. Чик! 4 осколка. Ну, вот то же самое могло быть и с Зефиром, в принципе. Так, давайте еще какого-то питомца сразу прокачаем. Дышка. Панчбокс. Блин, тут столько пэтов, посмотрите. Просто бери и качай. Эти мелкие я вообще их не качаю. Я просто чисто открываю, потому что мана всегда нужна, поэтому я их и не качаю. Ну плюс мы силу так нагоним, тоже не особо хочется. Уже к стака подошли практически. Думаю, сложновато будет в этом. В запределье. Так, хорошо, ну что, поехали, посмотрим, сколько у нас сегодня получилось сделать траты на бездонатия. По 300 самиков, вот как раз, видите, 10 тысяч самоцветов мы с вами потратили, практически 10 тысяч. Ну, поехали, будем трешевать. Я надеюсь, что мы хотя бы словим первых два сундука. По-разному бывает, с моей удачей, это все, что хочешь, может быть. Ну, хотя бы честно наловим. Это тоже пыльца одна. Ой, отлично. Первый у нас есть, готов. Итого мы забрали 300 супер пэт. Ну, короче. Так, во втором. У нас тут эмблема. Ну, второй, конечно, было бы круто получить. Ну, а третьего я бы вообще не отказался. Но с моей удачей... Отлично, второй есть, ребятушки, второй есть, у нас есть монетки уже. Так, самое главное теперь не просрать попытки, у нас еще 20 попыток есть. Можно будет здесь кто-то что-то прикупить, кстати, минус 50, ну, тут только сундук, и то за 10. Ну, надо будет копить. Кстати, еще есть, отсюда снеки забрали. Так, 20 у нас осталось, да? Поехали дальше. Даже 21. Блин, конечно, было бы круто затащить еще и третий. Тогда можно было бы потрешевать. Так, 12 попыток осталось. Тут, наверное, сложновато. Первых два то нормально, а вот третий... Хотя и первых два, в принципе, круто. Такс, поехали заберем плюшки. Чик, вот такие вот еще плюхи. Ну вот найм, мне больше всего нравится вот этот найм. 9 пыльцы мы сейчас потратим. Я надеюсь, нам еще одна упадет хотя бы, чтобы было чуть-чуть ровное число, но плюс сундуки, которые реально обалденные. Что у нас осталось? У нас осталась монетка и эмблемы, да? Сейчас мы сделаем вот так. На КГшки потратим. Нам КГшки нужны. Так. Есть, отлично. Пыльца есть. Ну, давайте. С последней попытки эпично так только чик. Ага, конечно. Конечно, дали, блин. Ну, 80 пыльцы, это, конечно, жирно было бы здесь. Так, вот такие вот еще плюшечки. 5 монеток. Не 10, конечно, и нету донатной карты. Как на других серваках, но... Но и так хорошо. Так, поехали дальше. Поехали сразу в остров, пока он еще есть сегодня, по-моему... Последний день. Так, кстати, надо посмотреть. У нас еще тут какие-то плюшки. Мы что-то поделали. Завтра заберем еще 3 сундука, думаю. Так, тут мы ничего забирать не будем. А, еще 2 дня. Так, поехали. Раз. Ой, блин, я думал, сейчас опять 40 упадет. Это было бы жестко, конечно. Плюс 42. Итого завтра у нас один, но не хватает немножко пыльцы, нам чуть-чуть не хватает. Совсем капельку. 400 самого осталось, просто писец. Но вы знаете, этих 400 самоцветов, в принципе,
Не хватит. Самое главное, посмотрите, какие мы плюхи. Девятое. Ну давай, Римку. Бля, сейчас даст по-любому воодушку. Нет, дала пакт. Ну, пакт тоже неплохо. Так, открываем. А, мы не можем открыть. Давайте эти откроем сюда. Чтобы у нас побольше места было для открытия. Так, 10 коробок. Вот это самые приятные коробки. Так, немножко книжечек подкопили. Рвение. Исцеление железка. Отлично. Кулаки, коробки. И камешки. Ну, в принципе, довольно-таки, я вам скажу, учитывая то, сколько мы всего сделали на аккаунте, это просто бонусом у нас получается. Довольно-таки неплохо, ребят. Очень и очень даже неплохо. Так. 2700, 5900. Это тоже надо открыть. Так, отлично. С этим мы разобрались. Ну вот, в принципе, все. Все, что по плюхам надо было, мы получили. Довольно-таки неплохо. Считайте, мы за сегодня получили питомцев, получили кучу расходников, сделали эволюцию героя. Ну, я считаю, по плюхам очень даже выгодные такие дни, выходные. Книги там и прочие расходники тоже получили. Ну, теперь будем дальше копить самоцвета до следующей недели. Я думаю, раз в неделю, по сути, там, или раз в две недели, я не помню. По-моему, раз в неделю запускаются сундуки здесь. Будем копить, пробовать дальше. Конечно, не вытащили самое основное, но то такое. И просрали мешки зефира, но это не беда. Зато мы получили дофигище других расходников. Такс, ну что, будем... О, у меня же есть суперсила. Че я парюсь? Все, тыковка у нас уже топчик. Будем пробовать дальше штурмовать следующие подземочки. Так, 200-й. Анубис. Поддержка Махатма. Вместо Махатма кого можно взять такого интересного? Землеройка у нас без эволюции. Стрелок нормально. Ну, давайте ради интереса попробуем. Посмотрим на аж волну. Интересно посмотреть, что у нас в итоге получится. Так, Ронин залетел. Ну, конечно, этого маловато. Надо вторая эволюция, чтобы они сразу выносили их. Ну, и так уже, смотрю, получше держится Фрэнк. А, видите, тут... Просто тупо не хватает постройки зданий, потому что малыш Ник просто ушатывает. Либо вариант землеройка, чтобы попал. Можно, в принципе, вместо Махатмы землеройку сделать. Эти просто тупо выносят. И надо, конечно же, открывать следующую таблетку. Без этого тоже никак. Давайте последний старт сделаем. Ну, надо постройки ставить. Надо постройки, юниты, потому что малышник очень жестко пробивает. И он бьет сразу же по зданиям, по героям. Поэтому тут для него вынести это все просто изи. Вот H3 у нас просто разваливают. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.